Друзья мои, всем привет! Приехали у нас очередные две посылочки. Вот это у нас была посылка с досылкой. Не знаю, почему она досылалась. Вот написано «засылка». Давайте с нее начнем. Даже не предполагаю, что здесь пришло. Написано «булб». Булб. Что за булб? Давайте мы сейчас с вами это посмотрим. Открываем посылочку, достаем пакетик. Пупырка. Откроем пупырочку. И у нас в пупырочке лежит вот такой вот какой-то конверт. Блуи. Написано Блуи. Голубое. Пакет у нас открывается. Вот он тут порезанный. Ага, это у нас, друзья мои, приехала светодиодная лента РГБ, то есть многоцветная. И к ней приехал блок управления. Блок управления у нас на 42 ключа, то есть 42 кнопки должны быть. И сразу... Вот так вот мы открыли ее неаккуратно. Небольшая инструкция или какая-то сертификация. Пульт. Пульт у нас с батарейкой. Батарейка у нас фиксированная, то есть не вытащена еще, дабы не разряжалась. РГБ. Вот такой блок управления с инфракрасным приемником для этого пульта. Ну и сама светодиодная лента. Удобство в чем? Вот отлично. Заказывал раньше светодиодные ленты, приходили без вот таких штекеров. Здесь же у нас все удобно. Имеются две стрелочки, чтоб не ошибиться. Мы это все подключаем. Вот так вот плотненько все входит. Подключаем. Подаем питание вот сюда, 12 вольт. Здесь должно быть указано 12 вольт и 6 ампер максимально. То есть к этому блоку мы можем подключить максимально 6 ампер для управления каким-то светом. Лента у нас идет РГБшная, как я уже сказал, то есть многоцветная. Цвета меняются при помощи пульта. Выставляем любой цвет. Мы можем подрегулировать вот этими кнопками насыщенность света, то есть он будет бледнее или ярче. Вот такие светодиоды. Режется эта лента через каждые три светодиода. Можно вот эти три светодиода отрезать вот в этих местах и использовать только три светодиода. Также подключаем на три светодиода 12 вольт. Идет у нас силиконовая заливка. То есть лента получается водонепроницаемая. С обратной стороны ленты у нас наклеен триемовский скотч. Мы его снимаем. Здесь поверхность у нас липкая. То есть эту ленту мы куда-то можем приклеить. Такая вот, друзья мои, посылочка. Давайте откроем следующую посылочку. Аккуратненько вскроем. И посмотрим, что у нас во второй упаковке. Так, а во второй упаковке у нас идет вот так вот упаковано. Две мягкие подкладки. Пупырчатый пакет и, друзья мои, iPhone. iPhone 4S. По маркировке мы видим модель A1387. Это значит у нас 4S. Вот такая задняя крышка с пленкой. Для замены заднего стекла. Меняется очень просто. Крепится на двух болтиках. Болтики открутили, сдвинули в сторону, сняли крышку, новую поставили и используем уже обновленный телефон. Царапин, как видите, нету никаких. Все идеально.
я доволен. Друзья мои, всем спасибо за просмотр. Ссылки на товары будут в описании. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.